Всех приветствую. В этот раз не прошу подписаться и не писать комментарии. Ведь мне классно сидеть с двумя подписчиками, и я всегда знаю, что мне построить. Я-то люблю строить дороги, кто это не знал. И эта серия не исключение. К вашему вниманию, три новых автомобильных шоссе. На данный момент в постройке деловой центр, у которого находится сейчас парковка, офисное здание и Макдональдс. Построен авиационный завод, в котором производят частные реактивные самолеты малого размера и пропеллерные кукурузники. Напротив аэродрома находится индустриальная зона, где присутствует только асфальтобетонный завод. Данное предприятие и единственный поставщик нового покрытия из переработанного мусора, который используется в целом Манинском государстве. Чуть южнее Манинска спрятано в лесочке озерцо, к которому приходят либо приезжают местные жители для отдыха. Сейчас из-за холодов никого нет, да и снега нету почему-то. Войска Манинска в полной боевой готовности, готовы исполнять приказы, мобилизации не требуется,
сейчас лишь ждут указаний премьер-министра и министра обороны. Автомобильные дороги у границ с Североморским государством перекрыты.